Ну, у меня очень хорошие результаты, да. Здравствуйте. Хочется поделиться. Я пропила противопаразитарное, пропила гипотроп. И, в принципе, нахожусь сейчас на воде. Потом вы мне сказали вот, до записи, да, кусок проростков. Кусок проростков и спирулина. А, и водородная вода. Водородная вода. Это у меня где-то месяца три все вместе. И результат просто, вот я удивляюсь. У меня прошла экзема на ноге, которой лет пять. То есть я гормональные не помогали, они же временно снимают. Да, конечно. И прошел самое интересное, что аллергический насморк, которым я, в принципе, страдаю уже с 18 лет. Сейчас 18 мне, лет? Мне сейчас 60. То есть спала сидя, а сейчас я сладко сплю, как младенец. Я счастлива необыкновенно. И вам очень благодарна. Очень рад. Всегда такие отзывы приятные, в большей степени тем, что люди... Ну, результаты. Радость, когда люди есть результат. И рады сами, да. Спасибо вам огромное, поэтому теперь рассказываю всем и желаю, в общем-то, также оздоровиться. Благодарю за вас. Спасибо вам большое. Добрый день. Ну, экспромтом, так сказать, я сам не знаю, о чем вот подошла наша заранее, еще открытие нет, наша старая и клиентка, и зрительница вот хочет что-то рассказать, я с радостью послушаю. Да, я, во-первых, со словами благодарности лично от себя, от многих как бы покупателей. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья Юрию Андреевичу. Благодарю. И уважаемые... Земляне, как к вам обратиться? Если вы попали на канал к Юрию Андреевичу, то считайте, что вы выиграли лотерейный билет по своему здоровью. Потому что такой информации обширной, которую дает Юрий Андреевич, ну, просто, вы знаете, это дело случая, вот как меня жизнь вывела, дело случая на его канал. То есть человек дает бесплатно такую информацию, которую не даст, ну, на сегодняшний день, я уже не говорю там... человек, врач, который... Ну, нет врачей на сегодняшний день, опять же. Ну, чем нам могут помочь врачи? Ну, чем? Ничем. Они не лечат абсолютно. Они такие же люди, как и мы с вами. Что они могут выписать? Таблетку? Что в этой таблетке? Наркотик, загуститель, краситель, консервант. Все. Значит, заболело что-то, нате вам одну таблетку. Не помогает большая доза наркотика. Вот что я вам могу сказать... как бывший в прошлом медик, понимаете? То есть только вы сами и вы сами, повышая свой интеллект, знакомясь с такими людьми, как Юрий Андреевич, знакомясь с его лекциями, еще раз повторю, бесплатными, бесплатными, которые вы должны читать по нескольку раз. За один раз, если вы не человек с медицинским образованием, да, у вас что-то не усвоится, вы должны несколько раз их прочитывать и... Юрий Андреевич настолько подробно все рассказывает в каждой лекции, повторяется, и в этих лекциях очень много подсказок, таких невидимых, между строк, о питании, что вам даже, ну, людям, которые, ну, не имеют средств, возможности там покупать инфопродукты, вы между строк это все можете сами включить свой мозг и прочесть эти все подсказки. То есть я просто не то, что призываю, а прошу вас, думайте и заботьтесь сами о себе. Вот сами о себе. Никто вам не поможет. Никакие врачи, посмотрите, не продаются какие-то товары уже в магазине, продукты даже. А аптеки работают. Вы со своих мизерных пенсий несете туда им деньги. Фукус – это настолько вообще… Это не просто… минералы, а это лекарство. Я уже без фокуса обходиться просто не могу. Вот насколько мне позволяют финансы. Его надо выпить за неделю. Это говорит о том, что продукт натуральный. Понимаете? И вот я неделю пью эту баночку, делаю маски. У меня варикоз. Мажу ноги. И вот, например, люди, которые там им, ну, не могут так себе позволить, некогда им, да, пожалуйста, мазь у Юрия Андреевича. Я, значит, вот так как я на пенсии, я там мажу вены, делаю маски. Это те же вот, что ходят дорогие салоны, эти сумасшедшие, вот эти с водорослями делают ванны за сумасшедшие деньги. А это, пожалуйста, вот вам фокус. И я вот на собственном организме настолько вот 2 года, как я знакомилась с Юрием Андреевичем, ну, заочно, да, вот не лично, по его лекциям, ну, я вот сама могу сказать, что у меня настолько улучшилось здоровье, у меня не стало отдышки, я перестала болеть абсолютно простудными заболеваниями. Все мои близкие болеют, ко мне ничего не пристает, потому что я постоянно стараюсь есть этот фокус употреблять.
у меня появилась выносливость. То есть я сплю там по 4 часа иногда в сутки, и мне хватает этого сна. Вы понимаете, я просыпаюсь рано в 5-4 утра, переделываю массу дел. Я считаю, что это только вот благодаря тому, что вот полностью отказалась от мяса, полностью отказалась от молочки. Ну, хлеб, понятно, это даже не обсуждается, эти термофильные дрожжи. Ну и даже вот, я покупаю проростки пшеницы, тоже я заметила. Брала у Юрия Андреевича куркуму, сок. Тоже, вот вы знаете, я когда пила, просто вот горело все, особенно с перцем, когда вот размешаешь, просто прилив энергии бешеный становится вот от куркумы, от сока куркумы. Значит, брала мыло, очень мне нравится вот это вот дегтярное мыло, абсолютно не оставляет никакого запаха, то есть я им мою голову, абсолютно не оставляет никакого запаха. Брала паразитарную программу, тоже осталась ей антипаразитарную, тоже осталась ей очень довольна. В прошлом году я брала с его склада, я брала продукты. Мы были там в гостях, вот в этом поселке, и я зашла и брала продукты. Значит, брала помидоры, наивкуснейшие, брала яблоки. То есть, ну, по мере возможности, вот так стараюсь что-то у него взять. Слова благодарности, благодарности, еще раз благодарности. Покупайте фукус, потому что это не только минералы, а это вот, ну, это просто лекарство. Вот не надо ходить в аптеку, люди курящие, вот вы сами на себе испытаете, вот поешьте этот фукус, и вы сами испытаете, у вас изо рта сразу уйдет вот это вот и запах, и вы сразу почувствуете облегчение. Вот у меня несколько знакомых, которые питались фукусом, у них сразу отбивает желание курить. Вот именно этот фукус, потому что он как адсорбент собирает все вот это дерьмо, и люди, вот я замечала, мне многие говорили, что уже нет желания курить. Не к врачам бегите, а бегите к Юрию Андреевичу, читайте его лекции не по одному разу. Я очень благодарю за такие добрые слова, но знаете, что-то сразу вспоминается, как-то и под вашими комментариями были такие, и под другими, кто люди от души приходя, честно говоря, о том, что у них происходило, да, вот как вы сейчас пришли и запись мы сделали, а некоторые пишут, такие люди, ну, это, значит, проплачено, это что-то такое, вот пару слов. Я читала, давала интервью со своим, и, значит, комментарии. Бабушка там выглядит на свои 60 лет. Вы знаете, мне просто жалко таких людей, у которых тратят время на такие комментарии. Они бы почитали полезную информацию, которую дает Юрий Андреевич, бесплатно. У меня знакомая сейчас очень тяжело заболела. Но она просто антагонист, она не воспринимает ничего. Я ей 2 года пытаюсь до нее достучаться. У нее суставная болезнь и очень запущенная. Я 2 года пытаюсь до нее достучаться. Ира, пожалуйста, вот Юрий Андреевич, принимай то, принимай это. Ни в какую. Сейчас очень тяжелое состояние. Отдали сумасшедшие деньги, там 30 тысяч одним за анализы. Положили там в платную, там тоже никак не установят диагноза. Ну, там понятно, там уже близится к оксартрозу. Понимаете, она не ходила по-маленькому в туалет вообще. Я ей принесла свой стакан. Человек пошел в туалет. Конечно, я им уже 2 года пользуюсь. Да. Понимаете? И она, да, говорит Люся, я хочу такой стакан. Человек, вот, который просто, ну, не верил ни во что, она начала ходить в туалет. Она начала ходить после в туалет. Понимаете? То есть, вот, казалось бы, люди, которые просто отвергают, вот просто отвергают, только врачи отдают сумасшедшие деньги за эти деньги, которые она пошла, отдала 30 тысяч. Она могла бы купить этот стакан. И уже давно бы выгоняла все дерьмо из себя. Вот, понимаете, логично. А люди некоторые есть такие, говорят, какой совесть хватает такое дорогое продавать или что-то. Вот именно, не понимают, что иногда люди квартиры продают, когда рак уже, все отдают, и бессмысленно. Конечно, конечно. То есть вот я на собственном опыте вам говорю, что вот Господь меня свел с таким человеком. Чисто случайно я попала на его канал. Я вас просто прошу, внимательно читайте его лекции, изучайте всю его продукцию. Это действительно продукция для здоровья. И мы, отдавая деньги сюда, мы экономим свои деньги и на продуктах питания, и на своем здоровье. Понимаете, вкладываем деньги в свое именно здоровье. Не отдавая этим шарлатанам, врачам и фармакологам. Благодарю. Благодарю за, вот, что называется, и крик души, и от души хорошо, сказанную весть. Хорошо, я вам сказал, Юрий Андреевич, да. Я вам на самом деле так благодарна. Благодарю. Вот, у меня до слез, вот я когда читаю ваши лекции, иногда думаю, Господи, как меня Господь с вами свел. Благодарю. Вот низкий поклон, благодарю. Просто низкий поклон. Здравствуйте, уважаемый Юрий Андреевич.
Меня зовут Елена Одинцова. Я хотела бы поблагодарить вас от всей души за ваш труд, за все то, что вы делаете для людей. Я осознанная веганка уже 4 года, и ваши видео мне очень помогли. И я делюсь вашими видео всегда, когда у меня есть такая возможность. Благодаря вашим видео я научилась понимать мой собственный организм. Я избавилась от давнишних неприятных симптомов. И благодаря вашим же видео я поняла, почему у меня эти симптомы. Мы с нетерпением ждем ваших новых видео. Спасибо вам большое еще раз. Здоровья вам и вашей семье. Всего хорошего.